Всем привет, я Яна, и вы на моем YouTube-канале. Со мной сегодня Егорик. Всем привет, ребята! И Саня Монтажник. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Как вы поняли из названия видео, я надеюсь, что все поняли, но я объясню еще раз. Мы будем смотреть разные креативные дизайны ногтей. Ультракреативные, которые, скорее всего, даже в обычной жизни не носят. Я в ТикТоке видел такие странные ногти, там, типа, у девчонок в ногтях были муравьи. Муравьи реально живые. Чего, блин? Ты не видел такого? Ну, вряд ли они живые. Такие странные ногти, типа маленькие топорики. Да. Но я так понимаю, что в целом девчонки делают такие супер креативные ногти не для того, чтобы ходить каждый день, а для того, чтобы как раз-таки загрузить видео в ТикТок. Ладно, давайте первый видос, он на тематику Stranger Things. Погнали, смотрим. Что? Она делает типа настенные часы на своих руках? Да, да, да. Смотрите, потом она прячет каждого героя под ноготь. Вот. Это конь. Смотри, какие они длинные, это же просто коптеры жесткие. Смотрите, смотрите. Подождите. Это еще не конец, ребята, это еще не конец. А зачем? Вот финал, финальные ногти. Хотели бы вы себе такие ногти, Егорик? Честно, я не любитель длинных ногтей, но эти бы ногти я носил. Ну это, блин, посмотрите, они 300 тысяч долларов вы стоят. Вы посмотрите, тут еще снизу маятник, шарик. Сколько тысяч долларов? Циферблат выглядит вообще супер натурально. Сколько тысяч долларов вы готовы отдать за эти ногти? Тысяч долларов. Так с ними же вообще неудобно ходить, что за бред какой-то. Ну это же что... просто как произведение, типа, это не для искусство. Ходьбы. Это да. Искусство, чувак. Ну же... вообще, на самом деле, многие девчонки действительно ходят с такими настолько длинными ногтями. Зачем девчонки выходите с такими длинными ногтями? Мне кажется, реально ногти это прям современное какое-то искусство. Девчонки иногда некоторые делают просто, чтобы показать, закинуть сторку и все, они убирают. Сколько мы поставим этому маникюру с очень странными делами? 300 баллов. 300 баллов? А сколько можно поставить? 10 максимум. 10 максимум? Ну, десятка. Если бы я, наверное, бы смотрел сериал «Очень странные дела», поставил бы 10. Но я ничего не понял. Прикольно. Подожди. 7. Идея, рисунок, композиция 10. Все-таки 10. Очень качественно выполненная работа, действительно 10. С меня 10, с Егора 10. 10, Саши 7. Смотрим следующий маникюр. Как вы думаете? А вот это уже прикольно. Это... Смотрите, это... что это? Это типа зубная нить. Вот. Вот за это 10. Смотрите, она натягивает зубную нить, и у нее на другом ногте, заметили, были типа зубки. И она типа чистит одним ногтем другие ногти, смотрите. Вот она натягивает зубную нить. И вот потом зубы чистит, видите? То есть она ради этого видео выбила два своих зуба? Короче, это артхаус на чуть-чуть. Да, она ради этого видео выбила два своих зуба и приклеила их. Вот это уже то, что надо для девчонок. Это бэкграунд композиции, то есть это история у этого, понимаете? 5 баллов. 5 баллов? Да. Ну, мне вообще не понравилась идея, если честно. Мне не понравилось, я как-то тупо не знаю, что здесь у нее зубная нить, здесь зубы. Кстати, ребят, совсем забыла вам сказать, вы заметили, что здесь лежат ручки? Ручки. В чем суть? В конце видео я попрошу Егора и Сашу. Саша нарисует мне дизайн ногтей правой руки, Егор нарисует мне дизайн ногтей левой руки, и я сделаю по их рисункам действительно себе дизайн ногтей. То есть мы придумаем самые тупорылые ногти, которые только будут, да, возможны в интернете. Мы попытаемся переплюнуть тупорылости. Тупорылости. Тупорылости даже самих себя. В общем, ладно, ребят, думайте пока. К зубам возвращаемся, к ногтям, зубами и зубной нитью. Ну, я ставлю этой идее тройку, она какая-то мне не очень нравится. Я думаю, что пятерочку поставлю, просто потому что, ну, это необычно очень. Mm-hmm. Настолько, что, ну, мне бы не пришло в голову зубную нить на ногти сделать. Следующий ногтик — это просто что-то с чем-то. Я ничего не поняла. Mm-hmm. Понимаете, что это какая-то... Это дубинка. Кувалда. Кувалда. Видите, она вбетонировала в ноготь кувалду. А это ногтям не вредно? Что? Вот это круто. Смотрите, во-первых, это Бриджертон Netflix. Это, короче, сериал Бриджертон, и они там играли вот в такую игру, да. Блин, ну это полный угар. То есть можно даже вот таким образом использовать. Ну это только вот таким образом ты и будешь использовать эти ногти. Наверное, она сняла это видео, потом вот эти балдушки отрезала и ходила. Потому что в целом ногти обычные. То есть тут просто картинки персонажей. Сколько этим игре этой? Я поставлю 9 баллов. Ну вы прям офигели, ребят, с концовки. Вы не ожидали, что будет игра. Я не люблю этот спидспорт. Если бы был футбик, если бы она ноги сделала. Это просто игра, это не вид спорта, это просто игра. Окей. Я поставлю 8. Угу. Я, наверное, как Саша, тоже поставлю 8. Потому что если у тебе скучно, телефона нет рядом, можно и поиграть. Следующие ногти. Вот это я вообще ничего не поняла. Это красная икра. Вы понимаете, что это какая-то губка?
какая-то марля. То есть это будет мягкое, походу. Смотрите, она мягкая. Это все. Оп. И вот липучка. Ой, не, херня. Херня. Ну я офигела, я не ожидала, когда первый раз смотрела, что там будет липучка для носков, типа. Блин, это очень креативно. Знаешь, зато это полезно. Прикольно, если у тебя там реально какие-то от кота шерсть. Вот так, нам вообще актуально. Да, правда, много на все. Надо на все, чтобы так. Mm-hmm. Ну, ладно, я ставлю, наверное, 7. Ты 7 ставишь? 7, это да. Смешно. Саша, давай, я буду 2 ставить. Ты 1 получаешь. А ты 2? Да. 3,5. Я 2 ставлю. Смотрим. Короче, это лимон и лайм. И она сейчас с помощью реально сделает ногти из лимона и лайма. Приколите. Вау, красиво. И это вот спустя 2 дня, видели, какие они были? Они испортились, типа. Типа, да, вот свежий, а смотрите, через 2 дня вот так. Ну, это так круто, это так приятно выглядит, на самом деле. Еще вот эти точечки, они такие странноватые, конечно. Даже пугают немного, но забавно. Вы посмотрели видео, как делались ногти из лимона и лайма? Мне понравилось это 9 баллов. А, так она... А, я думаю, это уже ест назад. Ты сколько ставишь? Ну, так, ну, не очень. Вот даже если вспоминать первую, там прикольно очень. А здесь 5. Меня выбесило, что они испортились и стали уродливые, поэтому я ставлю вообще 3. Мне просто понравилось, как они выглядели в изначальном варианте. Такие свежие, летние, классные. Смотрим следующие ногти. Как вы думаете, что будет? Вот смотрите, что она сделает с этим? Ой, посуду мыть, что ли? Так это ситечка для чая. Не? Да. Это для того, что я угадал, мне сколько оценку поставить? 10. А мне? Сколько? О, и смотрите, в конце она типа оп, работает. Видите, она в конце даже показывает. Ребят, херня, знаете почему? Я покажу, просто давайте покажу, секунду. Вот представьте, у вас такой чайник, а ноготь у меня маленький. И что, и вот, ну как? Ты ради этого чайника принес? Я, прикиньте, я думал, ну не принесет же он просто чайник и типа просто ради этого, и он это сделал. Кипяток на палец и нет пальца. Кстати, Саша абсолютно прав. Ну вот если поэтому сижу здесь я, вот. По назначению, то палец, да, аж парится. Короче, мы все по нулям, я думаю, да, этим ногтям ставим. Сколько ты ставишь этим ногтям? Я 0. Вы в курсе, что, кстати, от вашей оценки вообще ничего не знаю? Просто мы потом узнаем, какие ногти нам больше всего понравились. Так сколько ты ставишь? 2? 2 Белла. Я 0. Минус 1. -1. Смотрим следующие ногти. А что это за курку и чума? Это макаронины. Это даже не ногти, это пружинки какие-то. Бляха, ну бред же, ну бред. Не, ну ты-то и смотрите, здесь... она сделала и вышла с этим на улицу. То есть, может быть, она даже какое-то количество времени с этим честно? Походила. Честно? Ну, не очень. Потому что это не функционально вообще никак. Если ситечка хоть как-то выполняет свою функцию, то просто так. Пружины, что она будет? Это просто для красоты, просто красота. И все. Это даже просто не красиво, честно говоря. Не красиво? Нет, ну это наляпистое говно не стильное. Я бы никогда в жизни такие ногти не сделал. Просто типа, когда размыть связь, даже не ног, это даже не, это не, а не в форме ногтей, а в форме же такой. Я считаю, что это дешевка. Пружинки. Просто пиран? Дешевка. Мне кажется, даже в фикс-прайсе там за 100 рублей можете купить получше ногти накладные. Поехали. О! А это что? Из белого шоколада? Это трудовик сделал. Нет, это на просто волосы сделала. Реально типа бабочка вместе, все в совокупности. И это можно съесть? Нет, это просто. Выглядит как белый. Опять эти стразы. Ну, господи, ну хватит эти стразы. Что не так сразу? Ну, чисто как искусство красиво. То есть явно, что она с этим не ходила. Знаешь, что мне нравится? Ходила. Мне очень нравится форма ногтей. Такие максимально ровные, прямые. Mm-hmm. Без закругливаний всяких. Mm-hmm. Это круто. Мне тоже эти ногти бабочки нравятся. Типа, очень красиво. Просто я понимаю, что это чисто может быть для фотки. Прикольно. Ну, да. Для фотосессии какой-нибудь. Типа, ты такая, оп, у тебя такие бабочки. Да. Все, смотрим дальше. А, это я просто хотела, вот такая форма ногтей сейчас стала модной, и многие девочки реально такие делают, ну и ходят прям. Это же кошачьи. Да. Да, типа когти. Так все девчонки типа кошечки. Мне, если честно, вообще не нравится. А мне нравится, если честно. Нравится такая форма? Да. Она такая типа, то есть вот так. Да. Не, мне вообще. Не нравится? No. Зато я тебе скажу так, палец как будто может что-то, в принципе. Посмотри, как это сбоку смотрится. Во-во, вот тут видно было. Ну, а листайте. Вот, тоже. Посмотрите, то есть оно как, оно возвышение над пальцем, то есть вот так. Ой, у меня вообще, если сломается. Что-то ему стало неприятно, абсолютно. Вообще, уберите. Что-то ему плохо от этого. Уберите. Так, еще ногти. Эти ногти забавные, смешные. Это на ногте рука, где есть ногти. Еще ногти, гений. Но это гениально. Это 10 точно. Я на дизайн даже сделала на ногти. Не, это вообще... Это очень смешно, за да? Это вышка. 10. За креатив 10, я тоже так и считаю. И за ногти на ногтях 10. И вот еще одни ногти, которые Саше не понравятся, но Егору должны понравиться, потому что это опять по мотивам «Очень странные дела». Это по мотивам первой части, я так понимаю. Сковородка? Нет, там было все про... Что? Я не понял, как она пожарила его.
Саша, едь домой. Помнишь, там Оди ела все время вафли такие? Угу, помню. Вот, типа, она эти вафли, как бы, по мотивам, очень странно делает. Ой, нет, вот это страшно. Смотри, смотри, она еще даже кленовым сиропом мажет. Бляха, она съедобная, капец. И сейчас посмотришь, как в конце будет. Съедобно. Аппетитно, аппетитно. Смотри. Оп. Смотри, она просто, она не перестает. 0,11. Еще там внутри сердечко. Вот тут вот так. И вот тут икрица. Похлопаем, это хорошо. А теперь, ребята, попробуют себя в виде дизайнеров и нарисуют ногти for me, yeah. У вас на самом деле будет по две попытки, если что-то запоганите, то можете еще раз нарисовать. Понимаете, что мне с ними реально нужно будет ходить, поэтому аккуратно. Рисуйте. Саш, ты так ржешь. Опасно. Егор уже начал рисовать. Ты куда? А так не нарезают, так не сделают, Егор. Так это вот современные модные. Ты вот такой хочешь каптюр, чтоб я сделала? Да. А можно форму оставить мою? Нет. Нет. О, вот Сашины ногти мне нрав. Молодец, Сань. Типа в небе кнопка подписаться. Ну, она будет прикольно смотреться. Написано монтажник лох. Спасибо, ребят. Все, это... эту фишку не занимать. Блин, Саша очень красивый ноготь нарисовал. Завидуешь? Да, прикольно. Но я делаю сейчас получше. Все, мы же посмотрели, мы вдохновились, сколько видео разных было. Ну смотри, у тебя инопланетяшка на заставке. Может, хочешь на инопланетяшку сделать? Что это за блевотина? В смысле? База. Конечно же, он напишет слово база, бейс. А, это НЛОшка. Ну. У тебя будет такая голубая рука, да? Ну да. Рик, блин, у него... Вот я скажу честно, Саши на ногти стиль. Вот я не понимаю, как я скажу мастеру нарисовать мне... HQD? Если он реально мастер, от слова, ну, мастерить. Я, I like Саня Монтаж. Саня Монтаж. Ну что, ребят, вы готовы представить подробно свои работы, рассказать о них? Егорика работа мне, если честно, не очень нравится, потому что здесь каптюр. Вот этот вот нелюбимый мной. Снимать. В смысле, каптюр это лучшее, что вообще каптюр здесь выполнено. Здесь написано «Монтажник лох» на зеленом фоне. Здесь, я так понимаю, это НЛОшка. Твоя заставки просто не получилось нарисовать корректно. Здесь HQD. HQD, спасибо. Что это такое HQD? И здесь на желтом фоне Energetic Burn. Burn. И это было взято из вот этого видео. Обзор. Энергетический напиток Burn. Ну, если честно, мне не очень нравится эта рука, мне тут нравится только инопланетянин. Смотрим в руку Саши. Здесь мне все гораздо больше нравится. Здесь написано лайк и лайк на большом пальце. Здесь написано база. Это еще один мем, который обожает Саня Монтажник. Это база, бейс. Нет, это смотри, у тебя спрашивают, да, что-то говорят, и ты такая... База. Следующий ноготь – это YouTube в облаках. Очень красивый ноготь, если честно. Мне он очень сильно нравится. Следующий ноготь написано «I like Саня Монтаж». Очевидно того, что тут написано «Саня Монтажник лох», тут написано «I...» Саня Монтажник лох, а тут написано «I like Саня Монтаж». То есть две стороны? Нет, то есть вывод – Янке нравятся лохи. И на мизинчике Саша разместил кота Рика и подписал Рик. Но если честно, Саша и с цветами получше поработал. То есть у него все на голубом фоне, все такое аккуратное, сдержанное. А Егор сделал, ну, конечно, для своей девушки самого худшего желает. Егор – гений, час отверженного общества. Конечно, вы посмотрите на этот каптюр. И можно пиво открывать. Янка, ты ж... Ну что, ребят, спасибо вам за ваши дизайны. Я это обязательно воплощу в жизнь. Я завтра же запишусь на маникюр. Я не знаю, правда, кому, чтобы мне все это воплотили. Реально. И покажу в Телеграме результат. Хорошо. Результат ногтей, ребят, в моем Телеграм-канале. Обязательно переходите. Спасибо вам за это видео. Да здоровья, обращайся. Давай, Яна. Краба. Краба. Мы погнали снимать новое видео. Но пока. Пока. Радуемся, как девчонки.